Трое дагестанских ушу-сандаиста пробились в полуфинал чемпионата мира, проходящего в эти дни в городе Казань. Но на турнире, к сожалению, не обошлось и без потерь. В частности, Базигит Атаев лишился права побороться за чемпионство, уступив атлету из Индии. 14-й по счету чемпионат мира стартовал 28 сентября. Турнир собрал более 800 участников из 57 стран. По итогам предварительных встреч все пятеро дагестанцев, представляющих сборную России, оказались в восьмерке сильнейших. Из них путевки в финал успешно оформили лишь трое – Исмаил Алиев, Арслан Бектимиров и Али Магомедов. На стадии четвертьфинала оступился Базигит Атаев. В упорной борьбе пятикратный чемпион мира уступил индийскому спортсмену. Другой дагестанец Али Далгатов проиграл выходцу из Китая. Тем самым оба атлета лишились право побороться за медали соревнований. Финальные встречи турнира пройдут сегодня вечером, а итоги чемпионата мира будут подведены 3 октября.